Дубровский, глава 4. Краткое содержание. Владимир пытается разобраться во всех нюансах тяжбы, но среди документов отца не находит бумаги, которые бы пролили свет на положение дел. Он не знает, что нужно подать апелляцию. Срок ее подачи истекает, и Шабашкин поздравляет Троекурова с выигранным делом. Но помещика все-таки мучает совесть. Он решает помириться с соседом и вернуть ему кистеневку. С этим благим намерением Троекуров едет к Дубровскому. Андрей Гаврилович сидит возле окна и видит, как во двор въезжает его враг. Лицо Дубровского страшно меняется, и он не может вымолвить ни слова, только мычит, а затем падает. Испуганный Владимир бросается к отцу. В это время входит слуга и объявляет, что приехал Троекуров. Дубровский-младший велит передать ему, чтобы убирался, и посылает прислугу за лекарем. Лакей передает надменному барину слова молодого хозяина. Кирилл Петрович в бешенстве покидает кистеневку. Вскоре на крыльцо выходит молодой Дубровский и объявляет, что лекарь уже не понадобится. Старик умер. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.